Ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» проводят экибастузские стражи порядка. Как отмечают полицейские, в этом году в сравнении с прошлым возросло число дорожно-транспортных происшествий. За 8 месяцев 2018 года на территории экибастузского региона зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 8 человек, 194 человек получили телесные повреждения различной степени. По статистическим данным полицейских, с участием несовершеннолетних лиц зарегистрировано 35 аварий, при которых погибли 2 несовершеннолетних и 39 получили телесные повреждения. Хотелось бы попросить и обратиться родителям, чтобы детям каждый раз это все надо будет доводить, говорить, что вдоль дороги играться не надо, где по переходу, когда переходят особенно дорогу, чтобы соблюдали правила дорожного движения, чтобы проходили именно где положено месте. А то у нас встречается случай, что постоянно в наушниках, по сторонам не смотрят и сами же нарушают, особенно по переходам в неустановленном месте. По словам Ильнура Букаева, за несоблюдение правил дорожного движения нарушителей ждет штраф. Это предусмотрено в статье 615 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Особенно, дорожно-транспортные происшествия происходят из-за недисциплинированности, так считаю, водителей и также пешеходов, которые, в неустановленном месте проходят. Частично у нас привлекается к адми ответственности пешеходы, которые, проходит на неустановленном месте. Также, велосипедисты по проезжей части проезжают, также не спешиваются. Когда согласно дорожно-транспортному происшествию, надо спешиваться, проходить, в пешем порядке, а это у нас не соблюдается, после чего, совершается у нас дорожно-транспортное происшествие. В рамках профилактического мероприятия полицейские посредством громкоговорителя предупреждали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев и неприятных последствий. Уважаемые граждане, соблюдают правила дорожного движения. Скоростные режимы.